То, что касается социального контракта, на сегодня у нас заключено 268 социальных контрактов. И число граждан, охваченных этой государственной социальной помощью, составляет 769 человек. На рассмотрении сегодня у нас находится 22 заявления. И я напомню, что увеличены, опять же, по поручению президента, увеличены выплаты на 100 тысяч рублей. При регистрации социального контракта на индивидуальное предпринимательство сегодня эта выплата составляет 350 тысяч рублей. И по ЛПХ сегодня это 200 тысяч рублей, было 100.